Всем привет, друзья! Вы на канале Dodaplay. Мы продолжаем играть в игру Hills of Steel. И у нас сегодня будет схватка с боссом. И схватку с боссом мы возьмем наш титан. Титанчик будет у нас против боссов. Так, пошел. Первый босс у нас, ребята, удар грома. Давайте мы его попробуем отщелкать. Раз. Так, мимо первый удар был. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. На! Получил. Получил ударчик, получил урончик. Так, следующий у нас, ребятушки, армада. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В принципе, стою я хорошо, буду здесь щелкать. Не знаю, получится у меня такая тактика или нет. Есть первое попадание. И еще один раз ударчик. Отлично. Он меня два раза задел. Угу. Так, а монет, сколько у нас монет-то сейчас? Так, легион, второй, третий босс. Так, 2600 у нас сейчас. О! Еще один ударчик, отлично. Ага, до 3000, интересно, мы заработаем денег или нет. Кнут. Ну давай, кнут. Сейчас я тебя отщелкаю. Так, есть попадание. Смотри, какой кнут быстрый, а. Но мы его уничтожили. Идет вертолетчик, гонец ада. Ё-моё. Ах, смотри, он начинает стрелять, а, гад. Попал в меня или нет? Ладно, сейчас мы его отщелкаем. На, получай, гонец ада. Еще один удар тебе. И все, уничтожили его. Так, следующий бомбардирчик. Да. Сейчас мы его будем щелкать. Так, раз попадание, два. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Какой нехороший танк. Ой, не танк, а этот. Вонючий вертолетчик, а. Кружит вот на одном месте. Смотри, что он делает, гад. Он кружит на одном месте. Он далеко не отъезжает. На! Убили мы его. Кстати, он хорошо монет много дал нам. Ой, лазерная пасть, ребята, лазерная пасть. Вот это опасный. Опасный боец. Босс. Так, а ну-ка. О, есть попадание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо, уничтожили мы его. Давайте подлечимся. Так, удар грома пошел. Так, сразу мы попробуем подлечиться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На! Есть удар. Все, уничтожили. Уничтожили мы его, босса. Следующий. Надо нам вот эту всю волну, вторую волну как-то пройти, ребята. Опа! Нифига себе. Ё-моё, он сейчас здесь встанет. Да, встанет здесь, начнет щелкать меня. На, еще один удар. Готов. Все, уничтожили. Следующий. Легион. Ой-ой-ой-ой. Так как он быстро подъехал, алло. Ты что творишь, а, легион? На. Еще удар. Хорошо. Легиона мы уничтожили. Едет кнут. Они очень быстро, кстати, едут. Не успеваю я даже перестроиться. Подъехать куда-нибудь. Так, давай последний удар. Отлично. Да, действительно, ребята, не соврали. Много денег дают. Много дают денег за это. За этих боссов. Опа. Тихо, давай еще подлетай. Я тебя отщелкаю. Есть. Давай, у меня пару ударов тебе. Все, уничтожили. Теперь у нас грозный такой боец, бомбардир. Вот этого надо как-то щелкать, слушай. Есть. Раз, два. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что он делает. Он кружит на одном месте, гад.
Надо его встречать. Раз. Так. Ой, подбил меня. Да, сейчас мы отъедем куда-нибудь. Куда-нибудь подальше. Ну, ёлки-палки, смотри, что творит, а. Сейчас начнет кидать. Сейчас начнет кидать. А, я отъехал. Я успел убежать. Мне нужен выступ. Вот такой вот. Опа! Еще. А-а-а! Так, ладно, давай. Сейчас подождем. На, удар. Еще один. Есть! Уничтожили. Бомбардир. А вот он мощный был. Лазерная пасть. Это вообще гад. Надо, я не знаю, что делать. Сейчас попробуем. И вот здесь отщелкать. И даже не попал ни разу. Так, где же ты? А, вот ты где едешь. Раз попадание. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь ударов пришлось, представляешь? Офигеть просто. Так, ну и пошли слабые. Удар грома. Так, сейчас мы его... Раз. Так, мимо. Сейчас он на меня нацеливаться будет. Ок-о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 к. На. Отъезжаем, отъезжаем, ребята. Сейчас отъедем. На, получай. Готов. На следующий армада. Есть попадание. Надо, главное, быстренько его отщелкать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нехорошо, нехорошо стреляет. Нам надо его уничтожить, ребята, срочно причем. Еще один удар. Готов, готов. Армада готова. Следующий. Легион. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Есть попадание. Так, поближе встанем. Вот здесь вот. А-а-а, поближе встал. Нифига не помогает. На, держи. Чувак. 4000 монет, представляешь? Офигеть. Было 2000 у нас, сейчас 4000. 2000 сейчас заработал, что получается. Это прям неплохо таки. Так, ну этого, я надеюсь, мы уничтожим. У него слабые как бы заряды. Относительно слабые, конечно. Так, вертолетчик пошел. О-о-о. Ребята, ну гонец ада, понятно. Надо искать выступ. Какой-нибудь. Вот, например, вот здесь вот так вот встать. Сейчас он подъедет. Так, раз удар. Два удар. А-а-а, сбил башню мне. Да, он мне сбил башню, уничтожил. А, давайте посмотрим, сколько монет мы еще мы заработали. 1700 монет, ребята. Я считаю, вообще это заслуживает лайка. Мы хорошо с вами побились. Давайте выберем вот этого чувака. Феникса. В зимний период. Как раз зимой холодно, а Феникс будет всех греть. Греть своей любовью. Огненной. Огненной пушкой. Так, едет. На, подожди, держи. Все. Едет обогреватель. Зимний обогреватель, Феникс. Опа. Так, никого нету. Монетки мои, так значит. Ребята, ничего не знаю. А, они тут все поперевернулись. Ладно, сейчас мы их поджарим. Готово. Так, ты мне... Ты чё здесь стреляешь? Алло. Есть. Отправляемся дальше. Вот еще какой-то маленький танк. О, быстрые, смотри, какие танки. Но мне вас не жалко, не то, что мне вас не страшно. Не страшно совсем. Так, босс, удар грома. Давайте подъедем поближе.
И поджарим его. Есть. Выжарили. Так, забираем ремкомплект. Так, едем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо. На, держи. Наглый такой танк маленький. Чем меньше танк, тем он наглее, смотри, а. Хорошо, 4300 монет. Так, еще, в принципе, 1000, и мы, ребята, откроем новую карту. Это будет хорошо, когда мы карту откроем. Давайте этих поджарим всех, чувачков. Так, вот еще маленький. Как же мне тебя поджарить-то, а? Ты встал неудобно. Во, и теперь большой. Так, ремкомплект использовать пока рано, не будем пока. Есть еще пока у нас жизни. Жизнь есть. Едем. О, сколько у вас тут танков, а? Готовы. Да ё-моё, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да кто там меня стреляет? Чё вы там встали, крысы-то, а? Не подъезжает, просто спрятались и все. Да, ремкомплект используем обязательно. Все, подлечились. Так, это тоже, смотри, стоит, короче, здесь. И пытается нас убить. Так, вот этот большого сейчас мы щелкнули. Так, а эти, они там и будут стоять, смотри. Надо прям подъезжать поближе к ним. Есть. Теперь этого поджарим. Готов. Нифига себе, ребята, второй босс. Армада. Сейчас подъедем, подождем. А, этот стреляет. Вот эти, надо подъехать прям поближе. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Давай, я тебя погрею. Готов. Уровень пройден. Уровень? В смысле уровень? Еще уровень, он же бесконечный уровень, правильно? Так, тихо. Вот эти активные прям, смотри. Готово. Едем дальше. О, здесь смотри, сколько много танков. Давайте их жарить. Ребятушки, что-то я куда-то залез. Прям очень много танков. Так, ну этого мне не страшно. Не страшно. Давайте сразу подлечимся. Подлечились немножко. Ну, насколько хватило у нас ремкомплекта. Ой-ой-ой, на, получай. Так, вот здесь. О, два одинаковых танка, смотри. С ними мы справились. А здесь три одинаковых танка. Нифига себе. Сейчас мы их поджарим. Да, ё-моё, сколько же вас много-то, а? Сколько вас, ребятушки, много сюда бежит. На, есть, готов. И сразу же три одинаковых танка, таких бомбардирщика. Ага, ой-ой-ой-ой. И вон еще, смотри, сколько танков. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ох, не, их слишком много было, ребята, их было слишком много. Ну что ж, у нас под конец 4500. 4500 монет. Я считаю, это очень круто и достойно лайка, ребятушки. Так что я жду от вас лайк. Ну и подписывайтесь на канал, конечно, чтобы не пропустить новые ролики. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.